Привет, друзья! Сегодня я еду в Драбово смотреть зимний город. Ну что, поехали! Вот к нам приехала ЭД4М. Сейчас я уже... Дорога у меня вроде занимает час. Я уже все купил. Билет, ну все купил. Мы вот уже заходим. Вот, наведут код. Вот это 4М. Все, как раз тогда уже посадка началась. Все, заходим. Вот, я наконец доехал на станцию. Выходим с вами. Сейчас должен Аэроэкспресс приехать. Мне надо доехать до аэропорта Киева. Там сесть на самолет. Я долечу до Дарницы. Потом у меня будет небольшая работа на пригородном поезде, говорят. До Гребенки. И от Гребенки потом уже до Драбова на электричке. О, вот он едет, смотрите. Так, это ЭД4МКМ 001. Находим. Вот мы с вами зашли, вот такой вот салон. Вот он. Вот. Мы поедем без остановок. И когда мы будем приезжать остановки, я буду включать. Вот мы подъезжаем к аэропорту. Вот электричка вот едет из аэропорта. Вот они, самолеты. Кстати, его построили, да, его построили. И как раз мне пришлось полететь до Дарницы, потому что далеко. Так, нажимаем кнопочку. И как раз мне повезло то, что я посмотрю новый аэропорт. Вот, давайте мы его быстренько посмотрим. Airport написано. Вот у нас такой вот красивый, красивый, какой интересный. Вот сейчас он вроде должен поехать, Аэроэкспресс. Вот тут даже лифт есть. Пойдемте посмотрим самолеты. Ой, то есть до Дарницы, то есть надо до станции доехать мне. На следующий, которая между Дарницей и аэропортом, меня довезет автобус. Вон хвосты самолетов. Вот уже рассвет, уже утро. Сейчас очень раннее утро, и вот ей пригородный поезд. Так, это М62 с каким-то одним вагоном. Пригородный. О, это та вот старый вагон, но в какой-то новой окраске. Давайте пойдем посмотрим. Так, это Мегаполис. Это такие Москвы в Питер ходят. И теперь у нас ходят. Вот. У нас до отправления пока что есть 20 минут. Мы пока что можем пойти. Так. Так. Так, где тут ключик от двери? Так. Так. Все, дошел. Так. Так, вставляем. Все, открыли дверь. Вот, очень красивые шторки и купе вот такие вот фиолетовые. А вот зачем Мегаполис. Вот. Надеюсь, что когда я вот на таком я прокачусь.
Но я пошел к лошаботилу. Так, здравствуйте, вы закончили? Да, закончил. Заходите. Держите ключ. Хорошо. Так, держи. Так, открываем. Так, вставляем его. Так. Так, зашли. Вот такая вот кабина здесь. Интересно. Вот там также телефон есть. Так, все включили. И мы поехали. Короче. Все, мы уехали за пределы города. Вот. Я вот уже вот разогнался. Ну, если что-то будет интересное за окном, то включусь. К сожалению, по дороге ничего интересного не встретилось. Поэтому вот, мы приезжаем к городу. И с этой станции должна будет... То есть я должен буду сесть на электричку. Так. Останавливаемся. Так, сдаем работу. Здравствуйте, вы закончили? А я закончил. Держите ключ. Спасибо. Смотрите, это какая-то новая электричка. Она приехала в станцию, потому что я как-то слышал то, что говорили, то, что она 180 км в час иногда едет. Так, нажимаем кнопку. Все, мы дошли до первого вагона, садимся. Все, поехали. О, вот. Платформа. Кстати, мы так быстро приехали, что даже я не заметил. Пока я перешел из вагона в вагон, с конца поезда в начало, я даже не заметил, как мы приехали. Это моя остановка. Все, электричка поехала. Ну все, ребята, всем пока. Подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Скоро увидимся с вами.